Ольга! Добрый день, уважаемые коллеги! Давайте посмотрим, расскажите, пожалуйста. Данный этап помогли Жильцовской области в Москве, что это значит для оказания помощи населению, как Новая Башня, дети, горючие наша служба МЧС за 2016 год и наша команда по сложному заседанию в Приволжском федеральном округе были признаны руководством межрегиональным, прежде всего, как лучшая служба. И мы сейчас еще раз вместе убедились, посмотрели, насколько эффективно за последнее время, вот только последний автомобиль, руководитель докладывает, пришел утром с Подмосковья. Поэтому нам принципиально важно, чтобы наши жители понимали и знали. В любой чрезвычайной ситуации, ну а прежде всего ее надо предупредить, эту чрезвычайную ситуацию. То есть специалисты должны знать и понимать прогноз рисков на предстоящий год и на предстоящую перспективу. Это прежде всего. Второе, мы знаем те случаи и негативные явления, которые происходят практически ежегодно. И большое количество уносят жизни, это чрезвычайная ситуация, нестандартная ситуация, техногенные, технологические, природные явления. Поэтому за последнее время знаем, сколько поехали на воде, на снегоходе покататься. И в Майно ушли, утонули сразу 3 человека. Это, конечно, неаккуратность тех хозяев, которые так поступают. Но люди должны понимать, что база очень хорошая у нашей службы МЧС. И региональные подсистемы, и в целом всей структуры системы МЧС по ликвидации, прежде всего, и предупреждению последствий чрезвычайных ситуаций. Нам принципиально важно, чтобы жители понимали и знали, что база очень мощная, специалисты работают, профессионалы, и в любой чрезвычайной ситуации они готовы, что и делают, стать на помощь и поддержку наших жителей Саратовской области. Поэтому я всех вас сегодня поздравляю. Такой день, учитывая, что мы подводим сегодня итоги, что мобильность, именно подчеркиваю, не только укрепление материально-технических баз, но и мобильность совершенно стала другая. Вся современная техника, которая есть в Российской Федерации, она имеется на территории Саратовской области. Это где?